Ах, ребята, знаете, смотрю видео своего друга, и я раньше не понимал, почему мне не приходит сообщение, что там мой друг, вот Реван Фире, не сделал новый ролик. А я, оказывается, на колокольчик не нажал. Ютуб, Ютуб, Ютуб. Ну нафига ты сделал этот колокольчик? Я думаю, а почему все блогеры, ютуберы говорят о каком-то колокольчике? А теперь ясно, о чем они говорят. Ну тогда...